Golovkin's going to spend the rest of his career fighting here on DAZN as part of a six-fight deal. In addition to fighting twice a year over the next 3 years, GGG Promotions will promote two cards in 2020 and two cards in 2021. Before he heads off to camp in June, we're going to chat with Gennady, his trainer Abel Sanchez, and his own group executive chairman, Mr. John Skipper. So first, Gennady, congratulations. Thank you very much. Why was this move the right move for you? Только, то есть у меня было много времени обдумать все моменты, так как я был свободным агентом. И я считаю, что в данный момент именно DAZN предоставляет все возможности для продвижения моих идей, для продвижения на новый уровень бокса. И я думаю, что DAZN именно в будущем это и есть, это будет дом для всех боксеров. У меня были предложения и от других компаний, и это не секрет для многих. То есть у меня было много времени подумать над тем, что именно я хочу, и согласовать многие пункты, все, что я хочу. В данный момент мы являемся партнерами, и это лучший момент для того, чтобы я мог продвигать именно свой промоушен и видеть себя в будущем. Но в первую очередь я надеюсь, что я смогу провести все 6 боев, и... Конечно, в данный момент я опять же могу повторить, что я чувствую себя здорово и хотелось бы быть, то есть при такой компании хотелось бы быть именно при боксе, но после 6 боев, это то есть первый шаг на тот, который мы пошли, то есть после 6 боев мы будем рассматривать и дальнейшее, конечно. So we have a clear agenda at DAZN to bring fans the best fights. And to bring fans the best fights for an affordable subscription price. We are not going to be able to bring fans the best fights without Gennady Golovkin. And so he was a key element of our plan to be what he just said we were going to be, which is the premier destination for fight fans. How important was a third fight with Canelo to you when you were making this decision? Конечно, это очень важно для меня, это очень важный пункт был для меня, но в данный момент мы хотим иметь самые большие бои, мы хотим иметь самые интересные бои, мы хотим быть именно на вершине боксерского мира, то есть это неотъемлемая часть того, чего я хочу. 7 years ago, close to it, he was out in Verona fighting for the first time in the United States. How different is that fighter from the one we see today? Youthful and exuberant back then, now more experienced, more stealth, I guess, he's thinking more about the things he does, but the great part about him is he's always been, was then and is now, very professional. He's probably 12, 13 pounds over his weight right now, so when he comes into camp, he's not abusing his body, we're working on technical things and not so much on trying to lose weight, so it's important that he doesn't age that way. As you kind of begin a new chapter, what do you want out of the rest of your career? Ну, вы знаете, я имел огромный опыт после моих последних боев. Я думаю, что один из продолжений моей карьеры, я считаю, что я могу разделить и дать возможность своим ребятам, кто будет с Triple G Promotions, развиваться и делиться опытом с ними. Все так же, то есть я смогу дать им, поделиться с ним тем опытом, который я имею, и благодаря DAZN мы сможем сделать самые интересные бои, то есть в боксе, так как бокс сейчас полностью переходит, все самые интересные бои находятся, я думаю, на платформе DAZN, мы сможем сделать самые интересные бои.